Доброе утро, Красноярск, еще раз студия. Мы сейчас находимся в студии ногтевого дизайна, правильно? Да. Рядом со мной находится Роза. Роза, расскажите, что я дальше делаю? Я расскажу, что я декорирую. Да, это вы сейчас пробуете технику, называется гравюра, то есть материал. То есть вы сейчас вот выполнили покрытие, да? И теперь берете дотс и начинаете вырезать узоры. Ну и периодически об салфетку излишки гели убираете. Я буду смотреть, ориентироваться сюда, на это, что вы уже сделали. Вы уже попробовали гель Яшма, который сам рисует, да? Вот у вас такой красивый. Попробовали гель с эффектом кошачий глаз. Или что я только уже не попробовала. Все очень сложно. Очень сложно, смотрите. Вот так вот я вырезаю, да, этот гель. То есть он очень легко поддается. Я скажу, что это все ногтевые материалы. То есть все вот этим всем рисуют на ногтях, да, правильно? Да. А мы рисуем на всяческих других материалах. В основном это вот бижутерию, да? Дерево. Скажите, зачем мы это делаем еще раз для тех, кто не слышал и не знает? Мы готовимся к конкурсу, который пройдет 2 июля. Конкурс завершится выставкой, которая называется «Сувенирные сокровища своими руками». То есть показывают возможности материалов. И мы будем... Есть три номинации. Это сувенирная шкатулка, вот сувенирная матрешка, да, и ювелирное украшение. То есть бижутерия сделана, выполнена, декорирована на любых шаблонах. Ногтевыми материалами. Вот, смотрите, еще вот что у меня получилось. Я это делала около 30 минут. Просто кажется. То есть я ставила точки, да, просто, и они растекались очень красиво. Но, конечно же, Роза мне помогала. Это, на самом деле, не так сложно, как кажется, но делать какие-то элементы, как, например, вот девушки делают, Евгения рядом, Женя рядом со мной делает. Я уже убрала, у меня ничего не выходит, ни одна. Вы сегодня в этой ситуации, поэтому... Пробую первый раз, да? Вся ваша сила перешла ко мне. Вот посмотрите, что у меня вышло. Я хотела бы сказать, что вот Настина работа, вот шкатулочка, да, вот эта шкатулочка. Анастасия, она, вот она. Да, она, это вот ее рук дело, очень шикарно, такая этническая, прям традиционно национальная, да. То есть она уже занимала призовые места на других... Да, на нашем конкурсе второе место вот эта шкатулочка заняла, очень красиво вот так вот оформлена на подушечке. Вот. Все, спасибо вам большое, девушки, а мы, в принципе, уже заканчиваем. Спасибо, студия.